Алекс Штерн просит объяснить, как с помощью математической модели и статистики можно определить фальсификацию. Ну, в данном случае это просто. Вот смотрите, до определенного момента, до вот этого почтового потока, Трамп побеждал. А, значит, потом пошла почта. И началось очень сильное смещение. Понимаете, в Соединенных Штатах очень хорошо развита наука, практика маркетинговых исследований, то есть социологическая практика. Они, как они хвастают, умеют определять с точностью до человека. Потребности – это не значит, что вот конкретного человека, но точность, там, один человек могут определять количество товара, которое необходимо рынку, там, на месяц, с точностью вот до одного человека. Очень хорошая модель, математика используется, самая современная. Вот смотрите, перед выборами, об этом много говорили, я слушал демократическое радио, о том, что демократы предпочитают, им больше нравится по почте голосовать. Это не очевидное утверждение, но тем не менее, даже если так, смещение между демократами и республиканцами, между сторонниками Трампа и сторонника Байдена в случае вот этого предпочтения там, почты или значит, физическим присутствием, in person, как они говорят, 2-3%. Ну, в некоторых регионах там можно предположить, что смещение будет там 10%, 40-60%. Но это уже так это то, что называется флуктуацией, очень сильное отклонение. Вот. И можно посчитать эти бюллетени, которые пришли, и там вот должно соблюдаться такое соотношение. Смотрим, что приходит там из нескольких мест, там, из Невады, там несколько штатов. По почте приходят бюллетени, соотношение 96-4%, 93-7%. Там в какой-то случае есть по одному участку 98, что ли, процентов. Ну, что-то такое. Это фальсификация в чистом виде. Такого отклонения быть не может. Это такая статистика, такая арифметика, так сказать, появляется тогда, когда происходит массовый вброс бюллетеней за Байдена. Вот. Так что это легко считается и легко доказывается, что это значит вброс, фальсификация, фрод. Вот. Ну, пожелаем успеха. У меня, правда, был один такой случай в 82-м, что ли, году. Я рассказывал, на меня наехал сотрудник автоматторга, такой миллионер, наверное. Виноват был, старенький. Я ему вызвал скорую помощь. И этот факт он использовал против меня потом. Вот. Но неважно. Я в суд предоставил, позвал экспертов. Там легко доказывалось соотношение скоростей. Машины после удара отскочили на несколько метров, и вот направление, куда они отскочили, так сказать, показывало соотношение скоростей.
Мы представили это в суде, там присутствовал мой приятель, доктор физик, который, ну, это школьная программа, правда, но это все равно для солидности. Суд сказал, нет, это судья сказал, нет, это очень сложно. Он заряжен был уже, его уже оплатили. Следователя оплатили, судью оплатили. Вот, ну, ничего страшного там не произошло. Так что в судах довольно трудно это доказывать. Но у меня практики нет такой здесь, в Соединенных Штатах. Может быть, здесь другие суды, может быть, судьи, ну, более образованные, что ли, не боятся посмотреть математические модели или уж во всяком случае послушать экспертов, владеющих знаниями в области статистики. Будем надеяться.